Посвящая свою жизнь любимой творческой профессии, скульптор-монументалист Борис Горбунов знал, что путь его будет нелегким. Недавно Борис Семенович отметил 75-летний юбилей. Все работы, которые ты делаешь, это прежде всего свои чувства, состояние души, и все это сказывается. Здесь и хорошее, такое большое бывает и наслаждение, и большое разочарование, и расстройство, и все, что хотите. В этом году в Рязани появятся еще два произведения Бориса Горбунова. Памятники основателю ВДВ России Василию Маргелову и Надежде Чумаковой, долгое время возглавлявшей Рязанский горосполком. За годы своей деятельности скульптор внес огромный вклад в развитие современного облика нашего города. Но свои работы Борису Семеновичу горько видеть на фоне современных уродливых построек. На площади Победы этот громадный дом сзади стоит. Это вообще верх хамства. Они залезли на территорию памятника, городского памятника, вот, который включал в себя и память погибшим, и победителям, и всем, кто ушел на фронт. С этого места уходили на фронт люди. На этом месте поставлен этот памятник. Они просто нагло заехали на территорию, почти вплотную. Самой большой гордостью скульптора, безусловно, является продолжение его самого и его дела. Сын Бориса Семеновича, пойдя по стопам отца, во всем ему помогает. Вообще, мужчины династии Горбуновых – люди творческие и одаренные. А ведь понимание в семье действительно самое дорогое сердцу произведение искусства.